Жителя заводского района придавило деревом. Несчастный случай произошел на улице Огородной. Мужчина гулял во дворе многоэтажного дома с женой и дочерью. По словам очевидцев, на семью в этот момент стала падать большая ветка дерева. Мужчина успел оттолкнуть жену и дочь в сторону, но его самого придавило. Местные жители несколько месяцев подряд обращались в свою управляющую компанию «Стройкомплект» с просьбой спилить опасно нависшее старое дерево, но реакции не последовало, и в итоге пострадал человек. После происшествия мужчину госпитализировали в больницу. Тут все в панике, тут пыль, вот этот сук. Мы сначала не сразу поняли, смотрим, он не может встать. Лена подбежала к нему, жена. Я подошла сразу, что такое, скорый. Вызвали скорую, он не мог пошевелиться. Стал белый, как полотно.